Друзья, бонжорно, с вами Диана, мы на Лиговском 109, магазин Лос Кампола. К нам пришла новая поставочка, давайте ее вместе посмотрим. Пришло много классных позиций, некоторые для вас я уже достала. Хочу вместе с вами как раз их посмотреть. Мне очень понравился этот дуэт, такое уютное, мягкое, комфортное сочетание. Цвет такой печенье, здесь коричневый, здесь цвет такой приглушенный белый, такого вкусного сливочного пломбира. Давайте начнем с первой позиции. Меня, кстати, приятно удивил состав. Это шелк 72%, полиэстер 28%, ширина небольшая 112 сантиметров, 2450 рублей за метр. Очень красивое плетение именно ниточек. А здесь как будто вот такие вот по ширине идут ниточки, и они пшиты под легенькую такую ультратонкую органзу. Краешек здесь вот так вот обработан. И вторая сторона выглядит так. Очень мягкая, пластичная, комфортная ткань. Сразу видится, я думаю, какой-нибудь накидки, может быть, с рукавом цельнокроенным, может быть, с рукавом такая летучая мышь. Такой, может быть, кардиганчик, либо халатик в стиле кимоно под пояс. Он будет очень мягкий и красиво ложиться с складками. Для брюк, наверное, она будет слишком рыхловато, но вот для верхних изделий, извиняюсь, в виде мягких рубашек будет супер. Давайте развернем ее немного. Мне очень нравится пластика. Приятно собирается. Очень мягко, комфортно, как будто бы такой очень уютный шелковый летящий трикотаж. И цвет, конечно, печенья уже, мне кажется, создает немного осеннее сентябрьское настроение. Очень приятный коричневый в сочетании со светлым бежевым. Конечно, у ткани благодаря шелку в составе прекрасное сияние имеется. И давайте сразу посмотрим вторую ткань. Похоже, она по тематике, по настроению. Посмотрите, какая красивая сжатая фактура. Мне сразу представляется такой комфортный мягкий бомбер. Это может быть также юбка, могут быть также шорты. Прекрасно тянется. Это хлопок 95%, эластан 5%, ширина 95 сантиметров, да, небольшая, тоже обратите внимание, 1790 рублей за метр. Одна сторона выглядит так вот, как будто здесь такие сжатые квадратики. И вторая сторона выглядит уже как такая вот сжатая клеточка. Мягкая, комфортная ткань. Так как тянется, будет особо удобно, допустим, еще раз повторюсь, на поясных изделиях. Но я бы с удовольствием шила из такого очарования какой-нибудь уютненький бомбер. Надеюсь, цвет сейчас передается хорошо. Он прямо сливочный, такой теплый и вкусный. Так, давайте, друзья, дальше посмотрим более такие, да, яркие новиночки. Хочу вам показать вот этот жаккард. И увидев его, сразу у меня пришла в голову идея сшить такую фуфайку стеганую. Вторую ткань для, допустим, внутренней стороны можно выбрать подходящую по тону, синюю, либо белую, либо вот темно-синюю, как эти элементы геометрические. Рисунок состоит здесь из квадратов, треугольников, прямоугольников, неравнобедренных. Так, и по составу это хлопок, 61% полиэстер, 34% и эластан 5%, ширина 145, 2200 рублей за метр. Одна сторона выглядит вот так вот,
и вторая, соответственно, уже темно-синяя, и рисунок узоры, соответственно, белого цвета. По плотности, я думаю, средняя плотность идеально как раз таки на легкую фуфаечку. Она не стоит колом, но при этом держит форму неплохо. Также подойдет для корсетных изделий, для шорт, для юбок. Неплохо, кстати, еще тянется. Можно сшить фуфайку и обработать косой беечкой буквально быстро и легко срезы. Так, и давайте посмотрим что-то все-таки с летним настроением. Я думаю, мне как раз подходит под мой образ такие красивейшие цветы. Это у нас розы. Такая ткань с настроением Gucci. Розы на зеленом фоне. Прямо стебельки, листочки, все проглядывается в данном хлопке. Так, по характеристикам. Это у нас хлопок 93%. Эластан 3 и ширина у ткани 140-2450 рублей за метр. Она поплотнее, чем классический сорочечный вариант. Да, можно отнести даже к костюмным хлопкам эту ткань, которая идеально подойдет для юбок, для брюк. Для верхней рубашки будет также хорошо. Вторая сторона выглядит вот так вот. Да, она уже не цветная, она белая. При обработке можно, допустим, для верлока выбрать белые ниточки, а для отстрочки тон, допустим, к зеленому. Красивый в ткани блеск, она гладкая и комфортная на ощупь. Так, теперь хочу вам показать лен, и не просто лен, а от бренда Dior. Любимый всеми принт в стилистике Toile de Jouy. На белом фоне расположены у нас деревья, расположены цветы, вижу бабочек. Мне кажется, сразу хочется сшить платье, либо сделать рубашку или легенький жакет с брюками, либо с юбкой. Да, хочется такой ткани побольше все-таки использовать прямо на костюм. Это, думаю, да, лен 100%, бренд Dior. Ширина 154 сантиметра, 3600 рублей за метр. Друзья, успевайте, обычно такие позиции очень быстро у нас расходятся. Toile de Jouy и подобные ему принты стали невероятно популярны за последний сезон. Имеет этот лен формодержащее свойство. Да, допустим, если хотите сделать более фактурные плечи, либо заложить складки, вот так он будет ложиться. После термообработки в ИТО обычно лен, конечно, становится немного помягче, но пока что свойства пластика вам показала. И еще две заприметила для вас новинки. Это трикотаж. Махровый, красивейший трикотаж. Мне кажется, с розовым цветом сочетается вообще волшебно. Прям мне в комплект было бы здорово такие сшить джоггеры серенькие. И невероятно уютный этот трикотаж, потому что он махровенький. Да, махровый трикотаж у нас становится тоже на пике популярности. Прекрасно тянется. С одной стороны белые и сливочные петельки, с другой стороны более ровная серая фактура. Это нейлон, 10%, хлопок 90%, ширина 170, да, чуть больше средней, 1350 рублей за метр. Очень мягкий, очень комфортный. Можно даже не обрабатывать срезы, либо как-нибудь, да, интересно их оформить.
если вы любите такой стиль, и шить себе костюм с худи легким, либо с джемпером. И в комплект джоггера, либо юбку, это будет прекрасный, либо спортивный, либо в стиле спорт, шик, повседневный вариант. Я бы такой точно носила, потому что очень уж он мягкий. У меня есть опыт пошива именно такого махрового трикотажа, соответственно, носки очень комфортно. Друзья, правда, не пожалеете, если выберете для себя такой трикотаж. И смотрите, какая красота, это у нас фланель. Не просто фланель, а конклини. Я сразу хочу вам показать примерный размер принта. Это будет идеальнейший вариант для рубашки, конечно же, фланелевой рубашки. Ширина чуть меньше средней, да? Учитывайте это, пожалуйста, при расчете метража. Либо, если вам требуется помощь с расчетом метража, обязательно нам пишите. Ширина 108, это конклини, хлопок 100%, 1350 рублей за метр. Одна сторона у этого хлопка именно такая фланелевая, пушистая. Вторая сторона более гладкая, да, это у нас может быть, это может быть изнанка, это может быть лицо, да, какой стороной вам комфортнее носить. Хотите более мягкую тело, пожалуйста, хотите показать всем, что у вас именно фланелевая рубашка, это можно сделать лицом. Хорошо держит форму, прям мягкая, классическая, прекрасная фланель. Тоже с розовым цветом, думаю, прекрасно будет сочетаться синий с серым. Так, что бы еще можно было вам показать? Давайте тоже в стилистике Вуаль де Жуи, похожий принт, я думаю, даже тот же самый. Это у нас тоже, думаю, Dior. Это полиэстер 96%, эластан 4%, 1800 рублей за метр, ширина 147. Тут тоже принт растительный, деревья, бабочки, цветы на белом фоне. Кстати, очень комфортный полиэстер. Его не ощущается какой-то неприятной резиновости, либо такое ощущение, да, бывает от полиэстера, как будто пластик сжимаешь. Комфортный, приятный полиэстер, возможно, для отделки, если боитесь прямо на голое тело. И, кстати, можно сочетать с вот этим вариантом. Хорошая по совместимости две ткани. Итак, друзья, это был такой обзорчик нашей новой поставочки. Надеюсь, вам понравилась она так же, как и мне. Обязательно ждем ваших комментариев, вопросов, запросов. Очень вас любим. До встречи в Лос-Кампало.